Последнее воскресенье ноября в нашей стране отмечается один из самых нежных, добрых и светлых праздников – День матери. В преддверии памятной даты многодетным семьям Славянского района вручили продуктовые наборы. По поручению главы Славянского района Управлением социальной защиты населения совместно с комплексным центром социального обслуживания населения были подготовлены продуктовые наборы и пироги, которые ко Дню матери вручили многодетным семьям. Эти подарки предусмотрены малоимущим многодетным семьям, в которых воспитывается 5 и более детей. Предназначены они в рамках предстоящего праздника Дня матери. Вот, и вручаются от имени главы нашего района. Одно из первых поздравлений с наступающим праздником принимала большая семья Кристины Аслановой. Здесь воспитывают 6 ребятишек. Самая маленькая Яна родилась всего месяц назад. Молодая мама призналась, что никогда не думала, что у нее будет такая большая семья. Но рождение первой дочери все изменило. Дети – это моя жизнь. Если бы их не было, наверное, не было бы меня. Потому что как бы я когда первого ребенка родила, это все для меня… Все, я окунулась полностью в нее. А потом уже появился Костя, Виктория, Сережа, Никита и Яна. Поэтому как бы это моя жизнь. Очень приятно, что меня поздравили ко Дню мамы. Заслуженные подарки и поздравления с Днем матери принимает и Ксения Перевалова. У Ксении 5 детей и все мальчишки. Самому маленькому 4 месяца. Для их многодетной семьи вкусный подарок пришелся как нельзя кстати. Накормить 5 богатырей – дело хлопотное. Приятно, спасибо большое. С 5 детьми помощь всегда не лишняя. С наступающим праздником всех мам. Это самый классный праздник. Чего? Терпения желаю, здоровья, потому что кроме мам никто деткам не поможет. В преддверии Дня матери продуктовые наборы получат 18 многодетных семей Славянского района, в которых воспитывается 5 и более детей. Анна Монастыренко, Игорь Иванчиков, программа «События».